Хотя сами же они в акте отражают, что мама обратилась 4 числа, а 5 числа ребенок уже был на приеме, и 5 числа он уже поступил. А в акте написано, что ребенок болен уже 3 суток. Сами себе противоречат, получается. Выслушана была одна точка зрения врачей. Не отражена в этом акте жалоба мамочки, которая ходила, упрашивала, просила. Свое негодование написала в жалобной книге.